Это программа «Налоги» в студии Ларисы Катышева. Здравствуйте. На днях президент подписал закон, носящий изменения в налоговый кодекс в части урегулирования налоговых споров в досудебном порядке. Если раньше в обязательном досудебном порядке рассматривались споры по результатам налоговых проверок, то теперь эта процедура распространяется на все акты действия и бездействия налоговых органов. А проще говоря, налогоплательщику теперь перед подачей иска в суд необходимо попробовать урегулировать спор в вышестоящем налоговом органе. Что это даст государству, службе и, главное, налогоплательщику? Об этом мы и поговорим сегодня. А пока немного цифр. «10%» – настолько руководство Роснефти рассчитывает снизить риски налоговых претензий к своим новым активам. В минувшую пятницу президент крупнейшей нефтяной компании Игорь Сечин и глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин подписали новое соглашение о трансфертном ценообразовании. Оно будет действовать в отношении продаж сырья, добытого предприятиями, перешедшими под контроль Роснефти после поглощения ТНК «БИПИ». €1 в день за каждую звезду отеля. Настолько подорожало с 1 июля пребывание в Милане для иностранцев. От уплаты туристического налога освобождены несовершеннолетние молодые люди, останавливающиеся в хостелах. Против нового сбора уже выступили владельцы миланских магазинов, предрекающие снижение доходов всего туристического сектора. В качестве компромисса они предлагают взимать туристический налог только по рабочим дням. Реакция городских властей на это предложение пока неизвестна. 15 июля – именно тот день, до которого необходимо заплатить налог на доходы физических лиц, если он начислен на основании налоговой декларации. Узнать о наличии задолженности можно через интернет, воспользовавшись онлайн-сервисом налоговой службы. Там же при необходимости эту задолженность можно и оплатить. О том, как можно разрешить все вопросы с налоговой службой без суда, мы и поговорим сегодня. У нас в студии заместитель руководителя ФНС России Сергей Ракелов. Сергей, здравствуйте. Добрый день, Лариса. Ну, давайте сначала посмотрим на статистику. Начнем с количества жалоб. Как много на вас жалуются? В 2010 году 57 600 жалоб было на налоговую службу. В 2011 году эта цифра сократилась до 54 600 и в 2012 году 50 тысяч жалоб. Что касается сумм, в 44% сумм в судах выигрывала в 2010 году налоговая служба, в 2011 году 63% и в 2012 году уже 68% сумм налоговая служба выигрывает для бюджета. Показатели хорошие. И справедливости ради скажу, что позитивную ситуацию оценивают и эксперты, в том числе и международные. Общество достаточно высоко оценивает прогресс в деятельности службы за несколько лет. К этому однозначно имеет отношение тенденция снижения количества споров, которые возникают вообще. Когда бывают спорные моменты, мы видим тенденцию, что эти споры в несудебном порядке разрушаются. И тем не менее, вы продолжаете активно работать, активно совершенствовать систему. И вот буквально на днях был принят закон, который совершенствует систему досудебного урегулирования налоговых споров. И теперь все вопросы, в первую очередь, насколько я понимаю, придется решать в досудебном порядке. Абсолютно верно. То есть фактически данный закон, который был принят, он на сегодняшний момент, он завершает процесс гармонизации института досудебного регулирования споров. И данный институт, он уже гармонично вливается в нашу налоговую систему. Что происходит? На сегодняшний момент все споры, все акты действия, бездействия налоговых органов до суда должны быть в обязательном порядке обжалованы непосредственно в налоговый орган. Данные специальные нормы, они уже были введены, и применялись с 2009 года, и они касались непосредственно жалоб на решения налоговых органов по итогам проверок. И фактически сегодня создан институт досудебного регулирования споров, который закреплен в российском законодательстве и который касается определенной сферы, налоговой сферы. И, безусловно, это является очень важным, и это является уникальным опытом. Для налогоплательщика что это несет в первую очередь? Для налогоплательщика на сегодняшний момент четко, понятно, закреплены две стадии процесса – досудебный и судебный. Для налогоплательщика создается единая административная процедура, абсолютно бесплатная.
вводится ускоренный порядок рассмотрения жалоб, который будет составлять 15 дней, увеличивается срок на подачу апелляционной жалобы, которая будет составлять месяц, а также увеличивается срок на подачу жалобы на действие бездействия до 1 года, и плюс к этому устанавливается дополнительная опция, дополнительная возможность обжалования налогоплательщикам Федеральной налоговой службы. А государство это несет, как я понимаю, сокращение количества судов? Сокращение количества судов. И здесь тоже экономия? Конечно, конечно. И существенное сокращение. Ну вот такая позиция win-win, да? Вот, наконец-то получилось. Да. Когда вступают в силу эти правила? Нормы, которые будут касаться обязательного досудебного порядка, они будут вступать в силу с 1 января 2014 года. Все остальные нормы, которые закреплены в данном законе, в том числе и нормы, касающиеся сроков, они вступают в силу через месяц с момента официального опубликования. Как эти нововведения российские коррелируют с той ситуацией, которая вот в мире происходит? Ведь широко в мире распространены способы внесудебного урегулирования споров. Мировую практику наверняка изучали. Конечно, мы изучали мировую практику. Более того, мы ее использовали при подготовке данного закона. Мировая практика свидетельствует о том, что в мире очень развита система внутренних пересмотров, когда вышестоящие налоговые органы пересматривают решения нижестоящих, и до судов доводится минимальное количество споров. Об этом же говорят и рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития в части того, что административный порядок, он должен предшествовать судебному. Этот опыт мы, безусловно, использовали, и нам кажется, что он был удачно интегрирован как раз при написании данного закона. Ну, есть целый ряд внесудебных процедур, известных в мировой практике. Что еще можно было бы внедрить? Ларис, мы считаем, что есть многие механизмы, в том числе используемые странами-членами ОАЭС, которые можно было бы использовать в нашем законодательстве. Это институт налоговых консультантов, это институт мировых соглашений, это различные примирительные процедуры, это различные ускоренные процедуры рассмотрения споров. По поводу налоговых консультантов сейчас тоже активно ведется дискуссия, но о мировых соглашениях представители бизнеса говорят довольно позитивно. Возможность заключения мировых соглашений в судебных инстанциях процессуальным законом предусмотрена давно. Но реально эта возможность не работала ввиду отсутствия на то воли как налогоплательщиков, так и налоговых органов. Начиная с лета прошлого года такая возможность появилась, было заключено первое прецедентное мировое соглашение, и после этого суды нижестоящих инстанций стали утверждать мировые соглашения с заключенными налогоплательщиками и налоговыми инспекциями. Сама эта возможность является позитивом, поскольку предоставляет налогоплательщикам дополнительную возможность урегулировать налоговый спор вне судебных рамок и договориться с налоговой инспекцией уже при рассмотрении дела в суде. Есть последние практики, которые вот совсем недавно, в последние годы, все-таки были внедрены. Тот же самый горизонтальный мониторинг. Много о нем говорили. Что это? В первую очередь новая форма контроля или вот такая помощь, или даже выгода для бизнеса, потому как серьезно снижаются налоговые риски. И если это предприятие, которое ориентировано на привлечение инвесторов, это очень большой плюс. Мы попросили представителей бизнеса поделиться своими мыслями, рассказали, что сначала думали и каким выводом пришли. Давайте посмотрим. Компания Интерау ЕС в конце 2012 года заключила соглашение о расширенном информационном взаимодействии с налоговым органом. В мировой практике такой подход называется горизонтальным мониторингом. Суть проекта заключается в более тесном взаимоотношении между налогоплательщиком и налоговым органом. Мы предоставляем налоговому органу доступ к бухгалтерским и отчетным документам фактически в режиме онлайн. Взамен получаем возможность получать предварительное налоговое регулирование и более конструктивное общение с налоговым органом. В профессиональном сообществе все новое во взаимоотношениях с налоговым органом, естественно, вызывает определенную напряженность. Данный проект не исключение. Многие полагали, что это является дополнительной формой налогового контроля. Однако компания, проанализировав все плюсы и минусы данного проекта, пришла к выводу, что данный проект для компании выгоден. Это позволяет формировать и налоговую практику в отношениях с налоговым органом, в отношении компании и отрасли. Это позволяет компании быть более предсказуемых в вопросах своей хозяйственной деятельности.
определения налогов, подлежащих уплате. Ну а для налоговой службы возможность применения горизонтального мониторинга – это что? Ну, в первую очередь, это изменение подходов к налоговому администрированию в отношении добросовестных налогоплательщиков, что является очень важным. Ведь что такое горизонтальный мониторинг, да, или соглашение об расширенном информационном взаимодействии? Ведь фактически налогоплательщик еще до совершения сделки может рассчитать свои налогообязательства, а не ждать выездной налоговой проверки, которая может прийти к нему через несколько лет. Поэтому, безусловно, для добросовестного бизнеса это очень важно. И в то же время это позволяет нам перераспределить свои ресурсы и сделать акцент на усиление борьбы в отношении недобросовестных налогоплательщиков. Также мы сегодня уделяем повышенное внимание сложным методологическим вопросам. Поэтому, на наш взгляд, применение сегодня в рамках некого пилотного режима горизонтального мониторинга в дальнейшем можно будет безболезненно интегрировать в наше законодательство. А что можно было бы интегрировать в отношении между обществом и государством вот из тех практик, которые применила уже налоговая служба? Ведь внесудебное разрешение споров с другими госорганами, мне кажется, можно было бы смело применять. Абсолютно с вами согласен, Лариса, потому что те цифры, которые вы показали, они свидетельствуют о том, что споров с налоговыми органами в судах сократилось за последние работает. Годы. Работает, это очевидно, да, что работает. Да. Система работает, и система, она, безусловно, эффективна. Но, в общем-то, мы видим, и обратившись к сайту Высшего арбитражного суда, что споров с другими госорганами большое количество. И мне кажется, что на сегодняшний момент другие госорганы могут, безусловно, использовать наш опыт, уникальный опыт по созданию института досудебного регулирования и применить его непосредственно уже в других сферах. Для этого, безусловно, нужны изменения в законодательство, но, мне кажется, это того стоит. Спасибо вам большое. Сергей Аракелов, заместитель руководителя ФНС России, был сегодня в нашей студии. На этом пока все. Вы смотрели программу «Налоги». Мы снова встретимся с вами в августе после коротких каникул. До встречи!